Вышел блокбастер Фуфелшмерца 3. О, моя любимая викторина началась! Сейчас посмотрим! Я готовлю. А теперь, это что за покемон? Это девушка с... Ай. Опять? Кстати, на самом деле, даже если был бы что-то другое, как будто я на Твиче, не так страшно на самом-то деле. Меня наебать этот телевизор! Я выиграть $1 000 000, но не могу выиграть этот ебучий телевизор! Эй, ебучий робот, ну что там с моим дошираком, когда... Он что, хули смотрит? Это доширак, а не барбекю, долбоёб! Вы напряжены. Самое время для шутки. Что сказал Рапик Фуфелшмерцу? Приятного аппетита! Моя прелесть! Моя прелесть! Мой $1 000 000! Похуй на него! Моя Балтика семерка горит! Ну, кстати, это реально грустно. Горит моя Балтика семерка! Расходимся здесь, ничего не происходит! Внимание, пожарную тревогу! Срочно покиньте помещение! Музыка опасная! Внимание, пожарная тревога! Срочно покиньте помещение! Куда намылился? О, здравствуйте! Я смотрю, вы настроены очень серьезно! А я нет! Где деньги на прошлый месяц? Здесь все в огне, и я ни капельки не сомневаюсь, что в этом замешан ты. Нахуй пошла, и все! Нахуй пошла, и все! Пока-пока! Да как ты посмел? А ему пизда, да. Кстати. Вот оно как. Хорошо. Хочешь по-плохому? Будет по-плохому. Дамочка! Я помню, так за мной мама бегала, когда я шапку потерял на улице. Да давайте просто успокоиться! Где деньги, Лебовски? Ну, денег у меня нема. Зато есть доброе сердце. Иди нах со своим сердцем, ты мне жизнь разрушил. Выход, ну, есть женщины, всегда. Да. Так, как там было? Женщины. Дайте-ка припомнить. Классика. Погнали нам! Ну, бля, с третьего этажа... О, все рядом, нормально. Что? Что, блядь? Что, блядь? Вот дурачок. Прыгнул с такой высоты. Он что, добьет его? Давай проверим, сколько ребер ты сломал. Он выжил, нормально все. Блять! Вот она, полиция. Все понятно с ней. А за что его в тюрьму, сука? Он же, блядь, упал. За то, что он 1 000 000 украл? Так он же не специально. Мне нельзя находиться в тюрьме! Вы посмотрите на мои руки, я по-любому уронить мыло! Так у тебя нет никого все равно в палате. А, нет, есть. Это опенинг. Сигаретка. Бля, не хватает, знаете, вот этих японских субтитров где-нибудь в углу. О, куда ушел? А его должен кто-то спасти, он же не выберется из клетки один. Там же афроамериканцы, они ему не... А, он тут уже нормально все. Переходи, что брат. Что происходит? Ты знаешь, почему ты здесь. Ты любишь умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога. Да нет! Нет, вы неправильно понять! Это мой ебучий робот, сжечь моя хата! Нет, да нет! Да всем все равно, ты здесь застрял на 15 суток. 15 что? За 15 суток? Подожди, если ты подожжешь дом, ты на 15 суток сядешь? Это ж халява. Но все можно решить цивильно. Ты хотел, чтобы я купил тебе пирожок?
Сделаешь пару минитиков, разойдемся. Чего, блядь? Сосать твой 9-миллиметровый... Ты имеешь право пойти в камеру на 15 суток. Отказался он сосать, отсосать. Нам блокбастер подождать, а ему он подсосать. Интересно, это было одноразовое предложение или нет? Эй, йоу, это MC Книга. Читай по губам, сучка, быстрее сриёпта. Я хочу срать. 3 часа спустя. Как это возможно? Как в таком маленьком человечке столько говна? А ну тихо, толчка на всех хватит. Йоу, первое правило зоны. Нужно с кем-нибудь подружиться. Я хочу стать уважаемым человека. Блин, сколько... Блять, там фурия. Первое правило, не дружи с фури. Второе правило, не дружи с телепузиками. Там, за стенка! А? Стенка разговаривает. Или за стенка чушпан. Можно с вами подружиться? У вас в скваде есть местечко для меня? Место только для лица. О, хватит. Здорово, не... О, ты один из этих! Как их там? Я Дикси. Бэ. Неуважаемых, ну ай! Да там просто чушпанк. Даже если ты не такой, как все, ты не... Так реально в тюрьме происходит? Есть сидевшие? У вас реально так все там? Смочно ебать, пупилшмит! Или это только в Америке? Сердце, хорошо, что меня не обыскать! Я тебя сейчас взорвать, сука! Так, куда она уперется? Тинки-винки! Бля, пацаны, хорожать, не смешно. Какого хуя она не сумеет? Чего опять шумим? Прошлого раза не хватило. Сука, мое детство как будто сейчас трахают. Ох ты. В прямом переносном смысле. Ты это как вообще сделал? Я тоже так хочу. Давай представим, что мне все равно на эту бомбу у тебя промеж булок, и я вызову скорую помощь, чтобы ты не расплакался. Блять, почему меня одного смущает фури, которая срет у толчка? Я отучился 6 лет на медика, но я впервые это вижу. Походу, это нужны диффуза. Но чего вы так долго? Вот тут специальная кнопка есть, нажимаешь и все. Не надо Ой. Если бомба не летит, то она достигнет точки назначения. Попил шмерц Батькович. Тут ошибка небольшая вышла. Чего? Да, это ты родился! Целевая хули. Да, это ты родился! Да, целевая. Родился. Это кто? Так, заходишь тихо и аккуратно, чтобы опять пожарную помощь не вызвали. Вот же кретин. Быстрее быстрого, скорее скорого, я молния. Тебя, буйного, на кастрацию отправлю. Скорость, я скорость. А не добавить девушку, мента, блокбастер, вот табу, бля! Гражданин Фуфил Шмирцбургер Кин Кириешкович. Чего? По приказу Министерства внутренних пирожков вы арестованы за оскорбление среди унитазов. Чего? Чего? Бойный, вышибай дверь. Женщина. Блять, нет, это мина на хуй. Чё? Мой инатор под угрозой? Вот именно поэтому я по фуре, сука, ненавижу эту. Это самое страшное, что может быть. Молчать! Я видел какой-то фильм ужасов, где, короче, чуваку нахерачили, по-моему, трусы с бомбой. И он должен был выбраться из какой-то ловушки, потому что либо он этого не сделал, у него бы минус вообще яйца и хуй. Да уберите эту трубу из-под ног! Так. Будь хорошим мальчиком, садись в машинку. А ловко я это придумала. А ФСБшники на ладе катаются всегда? Сейчас чекну. Блять! Что это за место? Здорово. Слушай, где мы? Начальник спрашивает, куда мы попали? В смысле? Как где? Ты не знаешь? Ну, брат, сейчас я тебе все расскажу. Блядь.
спать. Я вижу по твоим глазам, что ты хочешь остаться. Ну что, ты подумал? Свинтус. Да, я остаюсь тут. С минетом по планетам. С минетом по планетам. А почему у него лошади нет? А, ну в теории я могу быть лошадью, если надо. Аккуратней. У меня самое... Почему вы говорите, что я свинья, не свинья? Охуенные арбузы. Так, а где это мы? Мы в торговом центре по очень важному заданию. Это какому так... Какому заданию? Ты поможешь выбрать мне телефон для тиктоков. Поможешь мне с телефоном, будешь меньше сидеть. Ебать, докатились нахуй. Ладно, мы договоримся. Может быть, пойти туда покушать? Попович мерз хочет в KFC. Пососи. О, Леш Попович. И два афроамериканца, смотри, три афроамериканца. Смотри, тут какая очередь. И как же? Мы ничего не купить? Нет. Возьмите листовку. О, акция на резиновые пенис. Попел. Да иду я, иду. Это, по-моему, выгодно звучало. О, я помню этот ролик, это легенда. Это легендарный ролик, это легендарный ролик. Босс, а может быть мы покушать тут? Славянская говняшка промеж булок. По скидке в 30%. Сначала... А чё ящер жрут? По телефон. Эй, ты, где тут телефоны продаются? Ну, не хочешь есть хоть какое-то самоуважение? Отвечай, быстро! Блять, перестаралась чуток. Но пока Билла увидела магазин, что нам нужен. Пошли. А зачем ты его побил? Почему Фуфел Шмерц похож на Братишкина? Да не похож Фуфел Шмерц на Братишкина, ты чё? Ебанулся? Смотри. Я есть закон! Звоночек! Прекратите звонить в звонок! Ты меня понял, сука? Это этот, Кристиан Бейл, ну или Эд Бейтман. У нас новое предложение Poco X3 по скидке. Один покупаешь, а второй подарок. Да-да, вот этот вот красивый смартфончик. Очень обалденный. А как в руке лежит? Да нахрен, все, уже купи этот смартфон, не пожалеешь, мамой клянусь. Блять, я вот не понимаю, зачем платить миллионы всяким вот этим техноблогерам, если этот чувак лучше всех рекламировал Poco? И он абсолютно точно не взорвется у тебя в руке. Как оказался в сознании этого придурка? Помогите мне! Все звоняют! Сдох, как без удара. А ну пойди нахуй, бременский музыкант ебучий! Дай послушать, гнида. Убери эту хуйню! Он злой. Никому не нужный Фуфел Шмерц. Гнида. Ну реально ж гнида. Ну так нельзя делать. Перекол Сол. Чё? Лос-сол. Что за бред? Так. Добрый день, Фуфел Шмерц. Это... Ой, доктор! Мне плохо! Ой! Можно мне больничный? В тюрьме нет больничных. Да блять! Доктор, а это моя пульс на монитор? Это видео с Ютуба. Я так? И знать, что вы халтурщики? Никому ни слова. А эти зэки, они тоже с Ютуба? Заключенные вполне настоящие. И та мартышка? Мартышка особенно. Как у вас? Блять, кто здесь был? Надо посмотреть. И та мартышка? Я не узнаю. Мартышка? Мартышка особенно.
Как у вас все серьезно? Так, молодой человек, вставайте на досмотр. Кто? Вас, блять, вообще ничего не смущает? Ты о чем? Какого хуя? Ничего подозрительного не вижу. Они там играются с оружием! Давай! Моя хочковый! А мне не больно! Мне не больно! Ну как проходит? Ну так, кстати, реально в американской тюрьме. Типа, это правда. Ходит досмотр. Как огурчик. Нашли у него что-нибудь? В жопе у него были набор гаечных ключей, утюг, фугасная бомба. И еще много разных ценностей. Он искомый длительностью 2 минуты. А куда знаешь, это документальный фильм? Вышел ровно 2 минуты назад. Бомба! Киньте его на растерзание зэком. Ему нужен покой. Это все правда, это все настоящая правда, ты зря так, это абсолютная правда, так и реально было в реальной жизни. Больно? Пошевелись, сука. А можно понежнее? Удачи тебе, бездомный. А че он ржет? Сука, мразь. Эй, сладенький, ты не хочешь шоколадного моего мороженого, а? О, моё любимое, конечно, хотеть! Очко лечить не буду. И вот я уже в заключении целый час. Для меня это словно вечность. У нас странный повар, он жарит райдера. Это... Бля, ни хрена себе у них в тюрьме. И суши вок есть, и бургеры, водка, новый пиво, блюд. Квас. Что такое? Бля, и зовет какого-то СиДжея. Как в любом фильме, охранник пиздит заключенных для прикола. Рофлы в этой тюрьме абсолютно другие. Здесь дубинка в жопе. Это смешная шутка. В смысле? Фурия обиженка? Мне было смешно до того момента, как только эта шутка коснулась меня. И моей жопы. А? То есть вы считаете, всех фурий ебут в жопу? То есть, по вашему мнению, это правда? Неправда, фурии не ебут в жопу. Что это за звуки? У нас обрезали бюджет, поэтому у нас всего 2 секунды на диалог. Да ну нахуй, наши разработчики дебилы, они опять урезали так ебучий, сука, бюджет. Так, сука, если лайк не поставить, то они дальше будут урезать бюджет. А чё так быстро базарим? Ой. В тюрьме за такое ебут в очко. Не надо, дядя. А малого первого. Ай. Эй, Ферд, это насилие над детьми. Дядя. Дядя. Это, знаешь, чем мы сегодня займемся? Мы будем наебывать охранников. Мяу. Так, ну правил. Нихуя себе. Вот ты знаешь. Опять дубинку? Ты же реально в американской тюрьме так легко убежать оттуда? Жопу! А ловко я тебя спас! Капец, в Америке странные стражники вообще, вот пиздец, да. Вот у нас так легко не убегают. Ась, да? Ладно, давай свалим из тюреги, пока тебя снова не накуканили. Для начала нам нужно найти менее людное... Пизду мои планы. Ой. Мне кажется, они нас не слышат. А, это наша тюрьма. А, так это наша тюрьма все время была. Ой, блин, что-то неудобно вышло. Слышим. Ну, вообще-то слышим. Хи-хи-хи, мы такие скрытные. Мы такие скрытные, как в игре Хитман. Ну, раз нас не видят. У Хитмана был глушитель, долбоёб! Здесь кто-нибудь есть? Наверное, мышь. Ля, вот никогда вы не думали, на самом деле, насколько оказывается вот этим пикселям больно. Вот заходите вы каждый день там, не знаю, потренироваться в КС-ке, запускаете аймбот, у вас появляется огромное количество людей вокруг, и вы всех их убиваете. Просто для того, чтобы вам соточку набить, и пойти и других людей грохать. Вы понимаете, насколько им больно? И каждый день снова и снова. Они, наверное, уже, ну, они с ума сошли. Они уже ненавидят свою жизнь, они просто хотели играть в Counter-Strike, они просто хотели быть ботами. Вообще, знаете, для чего их создали? Чтобы играть. Чтобы играли, чтобы когда человеку одиноко, он мог вместе с ними играть, раунды закрывать там, чтобы они, ну, вы бегали бомбу ставили с ними, а вы их вместо этого ставите напротив себя и ебашите. Вам самим не стыдно? То есть мы ни в кого не попасть?
ладно, план Б. Трувина флешбенги. Пацаны, где... Да твои баллы. Где баллы? Я твой день в лагеря. Нет. Пацаны, на какую кнопку дефузить? Ваш там ступит бич. Блять, кнопка заела. Изи капка раскатали чупанов. Так, а где Перри? Какая осень в лагере? Алло, алло! Блять! Перри, в общем, мне нужна... Бля, подожди, Перри поможет ему? Он же его враг. Твоя! Ого! Кому хана? Нет! Ну там был Абдул, так что как будто без шансов. И в общем, мне нужна твоя помощь! Привет, сливочный. За My Little Pony шаришь? Конечно! Слышь, Белоснежка, ты на каком сезоне? Осуждаю, осуждаю расизм. Мне, между прочим, очень обидно, когда меня называют вот таким словом на букву Б. Что за ущемление, я не понимаю. Вы считаете, слово на букву Б и С это нормально? Мне обидно. И остановиться на третьем сезоне. А ну докажи, что ты ровный. А может ты гнида ментовская, которая Рика и Морти смотрит. My Little Pony! Не смейте называть меня... Вот не смейте называть меня Снеговиком, Снежком, Белоснежкой. Вы что, не понимаете, что это расизм? Мне обидно. Ну я не выбирал, кем родиться. My Little Pony! Да это не искренне, а ну давай, с душой! А из семерки какая твоя любимая пони? Эпплджек! Ты должен бежать отсюда и показать всему миру, что дружба — это чудо! Я тебя наебать! Кстати, мне тоже Эпплджек нравилась. Я любить Рика и Морти! Ах ты, игривый сукин! Я Зека наебать и сбежать! Я купил смерть! Какого хуя? Вы откуда? Вы кто? О, Сиджи, тебя без мука! Ой. Мысли в Тарша лучше, самое лучшее — это Эпплджек. Вообще, кстати, я замечал, что Эпплджек нравится только нормальным пацанам. Плюс еще Твайлайт Спаркл вроде, и Рамудош нормально. А вот Флаттершай чисто вот, ну как бы вас его назвать? Ну, чисто такие, на С слово есть такое, на си, есть такой игрок Симпл. Вот очень похоже на вас. Вот вы фанаты Флаттершай. Пинки Пай прикольно, она забавно смеется. Ах ты, гнида ты французская! Подсидеть меня решила, а? Интриган! А вот это неожиданный поворот. Да это уже вообще какая-то пошлятина. А ты все видел? Блять! Это Малшер? Это реально Малшер? У меня украли Новый год. А, это агузок, нормально. А почему Малшер так похож на агузка? Я шеф-повар ресторана Клод Моне. Комплимент от шефа. Иуда, предатель. Брут, быстро! Закопаю в одну, брат! Ах, я... Витя! Что? Ка-ка-ка! А! Предатель. А! Иуда. Оухи! Место! С вами Виктор Баринов, и по просьбам моих подписчиков я трахну Фри Тату. Тату. Тата. Тато. Ты что-нибудь слышишь? Перекати поле? А, это тот... Бля, на самом деле, если бы такая бы хуйня была на РП-серваках, так было бы насрать. Потому что, как правило, люди, короче, которые играют в Гаррис Мод, вообще не умеют стреляться. Ну, просто не умеют. Чувак из ТикТока! Ха-ха, можно автограф? Ну, именно на РП-серваках, извиняюсь, очень важный момент, именно на РП-серваках. Почему? Потому что если они начинают по вам стрелять и не попадают, они резко звонят админу и говорят: «Блядь, я не попадаю по нему! Репорт! По всем законам он не прав! Я отыгрываю РП, он должен быть мертвым, он нарушил закон!» Потому что, блядь, РП-шники, они нытики, нахуй. А,
Лео, нет! Прячься за этот очень прочный автомобиль! Эй, Финиш! Давай! Нон-РП — это гигачады, которые могут, сука, с ёбаным пистолетом расхерачить весь полицейский участок в РП. То есть, вы понимали, нон-РПшник с пистолетом опаснее, чем целый участок в НРП-сервере. Убай! First blood. Ебать! Паузи! Пестари! Агуски! Агрессии! Стербоеды! Агуски! Стоп! Он же должен был быть за наших! Ты мразь, ты предатель, ты должен за наших быть! Для баланса вселенной. Ты не схватай его за яички! А кто наш? Ну, короче, кто победит, будет наш. Я, в принципе, ну, я думаю, все либералы такой позиции, типа, будем решать по ситуации. Типа, кто побеждает, за того болеем. Для баланса вселенной. Для баланса вселенной. Я же разбираюсь в политике. Я болею за того, у кого преимущество. Я разбираюсь в политике. Как хорошо, что я создать своего двойника. И как хорошо, Шпэри Утконос, что ты ему тогда не ответить. Но все истории подходят к концу. Перри, хочешь потрогать мой конец? Плохой мальчик! Плохой! Блядь! Бля, меня немного заплавило от этого видоса. Не, ну прикольно, но как будто заплавило.